Момент в атаке у Терека, и счет. Счет становится ничейным. 1-1. Это Мбенгуе во втором матче подряд забивает гол за свою команду. Вот так вот взявшийся буквально из ниоткуда, появившийся в критический для Терека практически момент, принес победу на прошлой неделе и сравнивает в очень сложной ситуации сейчас. Счет 1-1, Терек-Спартак. У нас еще далеко не все в этой игре. Кто-то посчитал, может быть, что перевес Спартака в счете и в числе означает приговор интриги в этом матче. Но ее возвращает Аблаем Бенгуэ. Еще раз смотрим, что здесь произошло. Передача из глубины поля. Подставлена вот так вот голова или даже спина Игоря Лебеденко.